На торжественную церемонию вручения областной премии имени поэта Зубова 2018 года съехались литераторы со всего Подмосковья. Эта премия позволяет не только увековечить память замечательного вашего земляка, прекрасного поэта Евгения Зубова, потому что он благодаря этому стал известен и в Подмосковье, и во всей стране, но она позволяет поощрить лучших поэтов, которые достойны быть в числе ведущих литераторов нашей Московской области, а в будущем и России. Одним из инициаторов создания премии при поддержке администрации Ленинского района выступило правление Литобъединения имени Шкулева. Они же предложили издать сборники его стихов. На импровизированной выставке в этот день были представлены дневники и письма поэта. Мы в прошлом году получили от семьи Зубовых большой фонд. Это и рукописи Зубова. И благодаря тому, что мы получили этот фонд, мы смогли посмотреть, выбрать все самое лучшее. И все это самое лучшее включить в книгу, которую я сейчас держу. Большую лепту в развитие литературного движения и создание Зубовской премии вынесло районное управление культуры. Никто не думал, что через несколько лет мы даже не думали, сколько в год будет лауреату, просто чтобы была возможность отметить людей, вдруг приобретет такие масштабы. За 15 лет со дня первого вручения областной премии поэта Видновской земли лауреатами стали 72 человека. В 2018 году их ряды пополнились еще шестью, среди которых не только литераторы, но и работники государственных учреждений, способствующие организации проведения литературных семинаров, конкурсов. Много разных мероприятий за эти годы было организовано, большое количество детей участвовало, и они не просто участвовали. Вот если вспомнить Свету Гринь, она начинала еще участвовать в начальных классах, когда мы слышали ее первые стихи. А потом вышел сборник. Точно так же можно назвать многих детей. Среди лауреатов премии Зубова и житель Москвы, член районного литобъединения Уваров Анатолий Васильевич. Он ветеран Великой Отечественной войны, автор нескольких сборников стихов и прозы. Имеет множество наград Московской областной организации Союза писателей. Зубовская премия в мои 90 лет, я считаю, это самой хорошей премией для своего сердца, потому что я поэт из крестьян и тоже очень люблю природу. Творческая встреча в районной библиотеке продолжилась чтением стихов поэта. Людмила Медведева, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.